Как Виктор Михайлович сказал, Сергей Евгеньевич, устроили здесь кладбище самбистам. Я, в общем-то, считаю, что, ну, наверное, те, кто землю роет, кто хочет этого, тот этого и добивается. Поэтому я говорю, Виктор Михайлович, ну, вы уйдете в жизнь, мы вам тоже поставим памятник. Ну, во всяком случае, вот такая цепочка Щепков, Харлампиев, Чумаков. Я считаю, что можно отнести и Силуяна Виктора Николаевича к этой категории, потому что, ну, 20 лет мы вместе с ним работали, в том числе на 5 диссертаций защищено по борьбе, по самбо. То есть он тоже приложил к этому руку, и памятник Николаю Георгиевичу Полякову. То есть мы, в общем-то, в этой аллее славы мы доминируем, и это важно. То есть очень важно, что самбо, оно вот такое. Да, вот мы сейчас говорили, что самбо, оно разное, самбо, оно активное, самбо, оно постоянно совершенствуется, и нет предела. Как я говорю, что как линия горизонта. Ты к ней идешь, а она все время удаляется. Вот я как бы своим молодым коллегам хотел бы пожелать, чтобы у них в жизни вот этот вот посыл, это стремление, что вот вы идете, а этот путь не заканчивается. Поэтому слава Богу, что у нас есть возможность вот так вот этим февральским, середины февраля, 16 февраля, день рождения учителя, прийти, возложить цветы, вспомнить, я думаю, что ему там хорошо. Да, он с высоты смотрит на все это, ему приятно, что есть молодые поколения самбистов, которые помнят, знают и развивают его детище. Спасибо вам. Спасибо.